В музее Каюм-ин-Насыри отпраздновали праздник Нового года у иранских и тюркских народов под названием Навруз. Этот праздник считается одним из самых древних обрядов в истории человечества. На празднование собрались множество студентов Института международных отношений и истории и востоковедения КФУ, а также представители иранского и татарского народов. В рамках нашего сегодняшнего праздничного мероприятия студенты и наши гости знакомятся с традициями праздника Навруза, как отмечают Новый год в Иране. И, естественно, наши студенты будут здесь петь стихи, читать стихи на персидском языке. В день Навруза на стол ставят 7 предметов для угощения, в число которых входят и разрисованные яйца. Обычно за столом все поздравляют друг друга с этим светлым праздником и произносят различные пожелания. Один из основных традиций празднования иранского народа – это, естественно, подготовка к Новому году. Они к этому году к этому дню они тщательно готовятся, убирают комнаты и, естественно, накрывают самый красивый праздничный стол. Так называется суфрей хафцин. В этот раз гости в народном одеянии танцевали и распевали песни под баян, после чего устроили чаепитие. Но это еще не конец. 13 числа первого месяца календаря иранского народа люди поедут за город для продолжения гуляний. Так заканчивается Навруз. Иван Евсеев, Владимир Нелюбин, Универньюз.